объединить евреев всего мира с Израилем и обеспечить им достойное будущее в любой стране. В связи с попытками различных всемирных организаций и групп вести пропаганду против государства Израиль, еврейское агентство «Сахнут» открыл в Одессе учебный центр. Профессиональный центр в области еврейского сионистского образования будет заниматься укреплением еврейского национального наследия. Каждый житель Одессы может прийти и приобщиться к нашей идее, познакомиться с Израилем, как родиной еврейского народа, получить здесь какие-то информацию, сведения и просто быть вместе с нами. История еврейского народа, трагедия еврейского народа, становление и развитие Израиля. Получив необходимые знания, выпускники центра смогут быть в тесном партнерстве с еврейскими общинами мира. Чтобы сплотить народ и быть одной семьей, независимо от географии, детей и взрослых приглашают в еврейское агентство «Сахнут». Сегодня я вижу «Сахнут» по тому же адресу, и я его не узнаю. Я должна признать и сказать, он даже красивее, чем тот, который открывала я. Он более современный, он более отвечающий нашим потребностям, и, в общем-то, не нашим, а вашим. На открытии собрались представители разных еврейских организаций. Прямо с заседания попечительского совета еврейского агентства приехал один из главных его представителей Роман Полонский. По его словам, все больше евреев стало возвращаться в Израиль. Но сейчас немаловажно поддерживать тех, кто остался жить в Украине. Еврейская община в первую очередь нуждается в ощущении семьи. В том, что люди, не каждый сам по себе справляется со своими или не справляется со своими бедами, что есть адрес, есть куда прийти, есть с кем посоветоваться. Одним из кульминационных моментов открытия профессионального центра стало прикрепление мезузы. По традиции еврейский оберег прикрепили к дверному косяку. Мезуза, которая привезена из Израиля, и мы хотим, чтобы она украшала этот дом, украшала и освещала. В Центре еврейского сионистского образования посетители будут учиться использовать современные технологии, изучать историю Израиля и современную политическую ситуацию. Участников научат правильно представлять информацию и применять нестандартное мышление.